Итак, золотые мои, всех приветствую на своем очередном видео, посвященном черчению. Тема сегодняшнего видео — будем вычерчивать вот такую вот деталь в компасе. Как вы можете видеть, первое, значит, в трех проекциях, второе — это пятерка. Кстати, пожалуйста, не забывайте поставить лайки, в виде 5 баллов будет, в общем-то, неплохо. Потом, значит, в разрезе вот вы можете видеть то соответствующая штриховка. И да, получается, как есть в разрезе вот с этой вот стороны, если смотреть. Потом, значит, список новостей на этом не заканчивается. То вот сейчас я записываю уже звук на петличку. Это от боя. То есть вот вы можете видеть. Который сейчас здесь в кадр. Вот, здесь видно. Вот такая ходовая петличка боя M1 Pro, насколько я помню, полное название. Но это более подробно оставим для как раз для стрима, да. И вот еще хочу показать на то, что я ранее уже записывал. Вот, собственно, такой вот микрофон. Я уж не помню, но года два ему точно уже будет. Вот брал за где-то примерно 800 рублей, а это за 2500. Это разница, я думаю, будет ощутимая. Но это говорю. Более подробно оставим для стрим. Сейчас перейдем к теме сегодняшнего видео. Итак, значит, с чего мы начнем? Смотрим на чертеж и что я вижу. Во-первых, она без рамки. Thank you.
Собственно, зачем делать эти линии? Для того, чтобы было легче зеркалить. А инструмент, которым я вот пользуюсь, это вспомогательная линия, что, собственно, вы видели в процессе. Вот, скажем так, небольшая аннотация. Вот, кто установил себе компас, вот также наводите мышку на, скажем, инструмент, высвечивается подсказка, аннотация, как хотите назовите, отрезок у кого-то, это автолинии, это размеры, авторазмер, вот, угол размера, размеры, то есть, вот, допустим, да, раздел с инструментами специально для размера, потом геометрия, такие вот геометрические линии используются, и все в таком духе. В принципе, ничего такого сложного нету. Течение линии, ну а потом отрезок, вот можно выбрать стиль, линия основная, тонкая, осевая, а мне нужно сейчас триховая. А как закрытая, то есть нужно отразить вот это сквозное отверстие, а оно получается, если мы будем смотреть сверху, то оно получается как закрытая, но это не значит то, что ее нету, она есть. Собственно, через стандартную клавишу и, соответственно, забываем потом четвертую раз я симметричить не буду. Те раз буду полностью это делать. Раньше, точнее, вот на таких вот чертежах не поймешь. Тут мне сейчас нужно как бы отразить разрез. И тут есть варианты осевая, осевая осен. В смысле, как основная. Обратите внимание. Значит, я сейчас с размерами правильно отразил, но все равно у меня как-то получается съехало. Если на классических чертежах это не особо заметно, вот эта погрешность в миллиметр, два, ну вот в моем случае даже три, может быть и не было бы заметно. А вот сейчас вот здесь в компасе диаметр у меня здесь получается 15, он, я так понимаю, должен был как бы вот здесь вот совпасть, но он не совпал. И вот сейчас я провел ровные линии, и я увидел то, что как бы, ну, есть несовпадение. Обратите на это внимание. Потом, значит, что еще? Здесь у меня отражается он как в виде разреза.
И вот тут могут уже глаза поплыть, собственно, такого счастья. Так, это у нас... Вот, собственно, одна из причин, почему все-таки лучше в данном случае не проводить еще вот эти вспомогательные линии. Это все. Всем спасибо. До новых встреч.